Всем привет! Вы на канале World of Money, Мир банкнот. С вами Артур. И сегодня на моем канале очередная распаковка посылки с банкнотами. Первая в этом году. Вот такое пришло письмо. С такой вот маркой. Не часто можно увидеть на отправлениях Почты России разнообразие марок. Обычно это вот такие скучные марки. Но нас интересуют не марки, а банкноты. И поэтому давайте вскроем это письмо и посмотрим, что получил я на этот раз. Картонный конверт. Очень хорошо упаковано. Откроем. Внутри еще один конверт. На этот раз бумажный. Вскрываем. И это еще не все. Картонка. Внутри которой банкноты в холдере. Довольно-таки толстый холдер. Тут немалое количество банкнот внутри. Вот их тут сколько. Все новенькие. Ну и сейчас по порядку все посмотрим. Друзья, я разделю этот выпуск на две части, иначе он будет долгим по времени. Итак, первая банкнота. Индия. 200 рупий 2017 года. Выпуск 2016-2023 годов. Последний выпуск. Серия называется «Махатма Ганди». Лицевая сторона. Махатма Ганди, индийский политический и общественный деятель, один из руководителей и идеологов движения за независимость Индии от Великобритании. Состояние банкноты uncirculated. Ныряющая защитная нить с текстом РБИ и Индия на хинди. Водяной знак Махатма Ганди и номинал 200. Оборотная сторона. Ступа в индийской деревне Санчи. Ступа в переводе с санскрита означает холм или кучу камней и земли. Это сооружение представляет собой памятник, возводившийся в честь какого-либо события. Ступа в Санчи, первая в истории ступа, была возведена по приказу императора Ашоки в 3 веке до нашей эры. Считается, что она построена над останками Будды, является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. Также на банкноте изображен логотип миссии Свах Бхарат, общенациональной компании «Чистая Индия». В основе логотипа использованы круглые очки Махатмы Ганди. Размер банкноты 146 на 66 мм. Банкнота отпечатана в типографии «India Security Press». В каталоге Пика Крауза банкнота имеет номер 113А, бесконтрольной литеры фабрики изготовления банкнот. Посмотрим банкноту под воздействием ультрафиолетового света. Довольно красочно. Средняя цена банкноты 450 рублей. Следующая банкнота. Непал, 5 рупий, 2020 год. Датированный выпуск 2015-2023 годов. Серия называется «Гора Эверест». Лицевая сторона. Слева изображение высочайшей вершины мира горы Эверест. – В центре храм Кастхамандаб, буквально деревянное убежище, согласно легенде, эта пагода 12 века является одним из старейших зданий Катманду и древнейшим сохранившимся деревянным зданием в мире. Состояние банкноты пресс.
имеется защитная нить и водяной знак, цветок верескового кустарника рододендрона. Оборотная сторона, як на фоне горы Эверест. Размер банкноты 120 на 70 мм. Банкнота отпечатана в китайской корпорации по печати и чеканке банкнот. В каталоге Пика Крауза банкнота имеет номер 76. Посмотрим банкноту под воздействием ультрафиолетового света. Довольно красочно выглядит. Банкнота недорогая, средняя цена 300 рублей. Следующая банкнота из этой же серии Непал 50 рупий 2019 год. Лицевая сторона. Также слева изображение горы Эверест. В центре храм Рам-Джанаки, одно из самых святых мест для индуистов. Храм посвящен индуистской богине Сити, построен в начале 20 века, на месте, где в 1657 году была найдена золотая статуя богини Ситы. Состояние банкноты пресс. Имеется защитная нить и водяной знак, цветок рододендрона. Оборотная сторона. Ирбис или снежный барс на фоне снежных гор. Размер банкноты 142 на 70 мм. Банкнота отпечатана в типографии Обертур, Франция. В каталоге Пика Крауза банкнота имеет номер 79. Посмотрим банкноту в ультрафиолетовом свете. Тоже интересно. Средняя цена банкноты 150 рублей. Следующая банкнота. Пакистан. 75 рупий 2022 года. Очень необычный номинал, потому что банкнота памятная, посвященная 75-летию независимости Пакистана. Лицевая сторона. Портреты четырех государственных деятелей Пакистана разных периодов. Слева направо. Сэр Саид Ахмад Хан, мусульманский реформатор и государственный деятель 19 века. Фатима Джина, известная в Пакистане под прозвищами Хатун-э-Пакистан, леди Пакистана и Мадар-э-Миллат, мать нации, активный участник политической жизни страны 20 века. Следующий, Мухаммад Али Джина, старший брат Фатимы Джины, мусульманский политик, который почитается в Пакистане в качестве отца основателя национальной государственности, один из инициаторов и самых активных участников раздела Британской Индии. Следующий. Аллама Мухаммад Икбал, поэт, политик и общественный деятель Британской Индии, считающийся духовным отцом Пакистана, правовестником создания этой страны. Состояние банкноты uncirculated. Имеется оконная голографическая защитная нить и водяной знак Мохаммеда Али Джинна и номинал 75. В правой верхней части логотип 75-летия. Оборотная сторона. Винторогий козел или махрур на фоне гималайских кедров и гор. Фрагмент земли из космоса с надписью на английском, которая означает «сохранение климата и видов». Логотип банка. Размер банкноты 147 на 65 мм. Банкнота отпечатана в пакистанской типографии защитной продукции. В каталоге Пика Краузе банкнота пока не указана. Вот так выглядит она в ультрафиолетовом свете. Неплохо. Средняя цена банкноты 100 рублей. Следующая банкнота. Израиль. Один новый шекель 1986 год. Выпуск 1985-92 годов. Лицевая сторона. Маймонид. Моше бен Маймон. Известный также как Моисей Маймонид или Рамбам. Известный в русской литературе как Моисей Египетский. Выдающийся еврейский философ и богослов-талмудист. Раввин, врач и разносторонний ученый 11-12 веков. За изображением рукописный текст, отрывок из Торы, свода еврейских законов. Состояние банкноты пресс. Имеется защитная нить и водяной знак Маймонид.
Оборотная сторона. Стилизованный вид Тверии или Тиберии, города, где похоронен Маймонид. Также изображен старинный канделябр. Размер банкноты 138 на 76 мм. Банкнота отпечатана в типографии Йохан Эншеде и Зонен, Нидерланды. В каталоге Пика Крауза банкнота имеет номер 51А. Посмотрим банкноту в ультрафиолете. Она никак не светится. Средняя цена банкноты 450 рублей. Идем дальше. Весь выпуск банкнот Ливана 2011-2023 годов. Все 6 номиналов в прессе. 1000 ливров 2016 года. Лицевая сторона. Номинал арабскими цифрами на фоне эволюции букв арабского алфавита. Защитная нить. Водяной знак. Ливанский кедр и номинал. Такой вот защитный элемент с проявляющимися символами. Оборотная сторона. Номинал на фоне буквенных символов и ливанский кедр. Размер банкноты 115 на 60. В каталоге Пика имеет номер 90C. Средняя цена банкноты 50 рублей. Пять тысяч ливров 2021 года. Лицевая сторона. Номинал на фоне геометрических фигур. Защитная нить. Водяной знак такой же. И вот такой защитный элемент. Оборотная сторона. Геометрический дизайн. Также ливанский кедр. Он присутствует на всех номиналах. Это символ Ливана. Он также изображен на флаге и гербе. Размер банкноты 120 на 62 мм. В каталоге Пика предположительно имеет номер 91C. Почему предположительно? Потому что этот год пока еще не указан в каталоге. Средняя цена 50 рублей. Следующий номинал 10 тысяч ливров 2021 года. Лицевая сторона. Номинал на фоне геометрических элементов. Защитная нить. Водяной знак. Защитный элемент. Оборотная сторона. Бронзовая статуя трех ливанских патриотов. Работа итальянского скульптора Ренато Марино Мацакуратти на площади мучеников в Бейруте. Размер банкноты 127 на 66 мм. Номер в каталоге Пика также предположительно 92C. Год пока не указан в каталоге. Средняя цена банкноты 80 рублей. 20 тысяч ливров 2019 года. Номинал на фоне геометрических элементов. Защитная нить. Водяной знак. Защитный элемент. Оборотная сторона. Название страны на фоне стилизованных фигур и лестницы. Серийный номер, в знаменателе которого цифра 99, это серия замещения. Размер банкноты 130 на 72. Номер в каталоге предположительно также 93C. Средняя цена банкноты 350 рублей. 50 тысяч ливров 2019 года. Лицевая сторона. Номинал на фоне геометрических элементов. Стилизованная лодка. Защитная нить. Присутствует водяной знак. И защитный элемент.
Оборотная сторона, стилизованные геометрические фигуры и ливанский кедр. Размер 140 на 77 мм. Предположительно номер по каталоге Пика 94D. Диапазон цен на эту банкноту довольно широкий, от 160 до 1600 рублей. €100 000 2022 года. Последний, самый крупный номинал этого выпуска. Лицевая сторона, также номинал на фоне геометрического дизайна. Защитная нить, водяной знак. Защитный элемент. Оборотная сторона, стилизованная гроздь винограда, стебли пшеницы и большое веретено с нитками. И ливанский кедр. Размер банкноты 147 на 82 мм. Номер в каталоге Пика также предположительно 94Е. Средняя цена банкноты 400 рублей. Вот такая, друзья, интересная и красивая серия ливанских банкнот. Банкноты этого выпуска печатались в нескольких разных типографиях. Госзнак Россия, Убертур Франция и польской типографии по печати защитной продукции. Посмотрим эту серию в ультрафиолетовом свете. Очень красочно и богато они все выглядят.